Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас, как всегда, обзор на геймплей War of the Worlds, Война миров. Сегодня разработчики выпустили геймплей, 20-минутный геймплей нового ролика с закрытых тестов игры за треножников. Вау, бомба! Честно скажу, я не смотрел. Прямо просто в Дискорде увидел новость, думаю, ну все, бегом записывать. Короче, погнали, посмотрим. Так, новые модели треножников. Кстати, по-моему, они достаточно... Ох, как переделанные. И даже, как по мне, имбовей выглядят. Оу. 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 Это камера? Это сама камера? Если ты сидишь в треножнике, управляешь за него, это вид с треножника? Это поднятие треножника из-под земли. Прикиньте, нифига себе. Блин, крипово. Заходишь такой в игру, выбираешь треножника и с самого начала появляешься с земли. Представляете, шквал эмоций. О май гад. Как же классно сделано. Нифига себе. Так, секундочку. Я хочу посмотреть. Значит, не знаю, вам видно или нет. Наверное, да, видно. Так, слева в углу у нас блуд. Блуд это что? Кровь? А, это, наверное, знаете, мы будем собирать кровь и потом уже распылять ту самую красную почву. Так, human skilled. Количество уничтоженных людей. Так, heal, собственно. Это наша жизнь. Left hit ray, right hit ray. То бишь, это заряд лазеров, определенно. Tentacles. Что такое Tentacles? Не пойму, но вот слева в углу еще мы видим различные меню управления. Ага. Короче, погнали. Смотрите, мы сканируем, да? Вы видите? Или нет, мы наводим цель, наверное, скорее всего. Определенно. Кстати, достаточно очень детализирована прорисовка зданий, деревьев, каких-то ангаров, построек. Так. Ага. О май гад. Посмотрите, как отлетают автомобили. По-моему, они даже разрушаются. Да. Есть разрушения. Дырки в асфальтах какие-то, по-моему. Видно даже щупальцы. Офигеть. Блин, как же клево. Ну, кстати, что мне немножко не нравится, то, что как машины отлетают. Ну, хотя в фильме они тоже бы от удара лазера отлетали. Было бы круто, если бы они бы еще бы взрывались. И загорались. Не вижу загорания автомобилей. Не видно дыма, огня. Не видно людей. И, кстати, счетчик Human Skill, посмотрите в левом углу, он стал пополняться. Количество убитых людей. А, видно. Вон там люди бегают. Видно. Блин, это самая мощная, сука, бомба игра будет.
больше, надо больше NPC добавлять. Вроде бы город большой, а массовости нету, не чувствую я ее. Если тем более ты играешь за захватчика, треножника, который прибыл на землю уничтожать все и вся, больше народу. Заправка взорвалась, но не эффектно. Нет, это надо им определенно дорабатывать взрывы. И больше разрушений, чуть больше разрушений. Я не говорю, чтобы прям вау, прям все разлеталось на части, нет. А вы видели вот этот полукруг? Опа, свет. Класс. Видели, да, вот этот свет полукруг? Мне кажется, это датчик звуков движения. Указывает, где люди. А вот с лесом проблем нет, огонь, да. Падают деревья, смотрите. Мне интересно, покажут ли тут, когда военные на нас нападают, как это будет отображаться, ведь у треножника есть купол защитный. Как это проработано? Блин, это определенно офигенская игра. Просто, мать его, апокалипсис, постапокалипсис. Оу, вот это вот прикольно, кстати, камера сбоку, да, снаружи. То есть... Мы убрали лазеры, как я понимаю... А, смотрите, он выпустил щупальца для захвата людей. Угу. Блуд. Вот, блуд. Шкала стала пополняться. То есть, мы захватываем людей? Нет. Это распыление крови. Это распыление крови, да. Ну, понятно, что надо захватывать людей, высасывать с них кровь и распылять. Делать марсианскую почву. Камера приближения. О, захват. Захват. Сконцентрируемся на цели. Оу, так просто. И смотрите, шкала пополнилась крови. То есть один человек дает целую шкалу крови, но, как по мне, это не очень. Хотя бы человек 10 надо захватить и потом уже распылять почву. Но то, что есть катсцена, когда ты вылезаешь из земли, это за это однозначно просто прям жирный плюс. Ага, опять полукруг. Да. Это показывает, где звуки людей есть. Чуйка, чуйка. Точно. Ага.
подмечается красным. Прислушивание. Мы прислушиваемся. Треножники могут прислушиваться. Блин, а карта просто огромная. Просто даже вот сейчас с высоты птичьего полета видно, что там, я не знаю, десятки, наверное, квадратных километров. Этого хватит за глаза, я думаю. Да, смотрите, это и лазер, и сканер, то есть. Смотрите, смотрите. Зондирует, зондирует здание. Это, по-моему, военные самолеты. Блин, я хочу посмотреть это. Да ладно, твою мать. Серьезно? Охрененно. Можно играть за зонд? Блин, посмотрите, как это сделано. Просто топ. Твою мать, это нереально просто. Это просто имба. Детально. Детально просто проработано. Опа. Мы обнаружили человека. Мы сможем за пришельца выйти? Если мы выйдем за пришельца, это просто будет, блин, ну это разрыв мозга, я отвечаю. Нет, мы не выйдем за пришельца. Блин, что-то здесь походу, короче, не показали до конца, ну ладно. Вообще, по идее, он мог бы опустить туда щупальцев и захватить человека. А щупальца работают автоматически? А, тентаклс, это, скорее всего, знаете, что? Это щупальцы, сколько щупалец для захвата людей, я думаю, могут быть задействованы, да? Смотрите, да, 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 это действие щупалец. Ну, блин, это просто. Как же это невероятно смотрится просто. Заряд лазеров. Да.
Не хватает все равно вот этой массовости какой-то, массовости. Но то, что есть камера от третьего лица, это, конечно, круто. О. Вот на это интересно посмотреть. Военные. Войска. Оу. Оу. Это что? Это, а это отражение от купола. Блин, ну ничего. Но мне показалось, как будто немножко подзависает, что ли, как-то картинка, я не знаю. И огонь на одном месте, он должен распространяться. Вы знаете, такое ощущение, как будто я вот просто уже... Не знаю, приобрел эту игру, сижу играю. Просто я вот там. Мой мозг там. Определенно почему-то с самого выхода начала игры я хотел поиграть за выживших. Но теперь я хочу больше поиграть за треножника. Пишите, кстати, в комментариях. Прям заходите, смотрите видос, доходите до этого момента на ролике и пишите сразу комментарии, за кого вы будете играть в первую очередь. Треножник, человек. Не, давайте так. Плюс треножник, либо плюс выживший. Реки, реки. Я не помню, чтобы они были на карте. Не припомню. Смотрите, какое течение, как оно сделано. Блин, ну честно, камера, вид от треножника. Я не знаю, что еще здесь нужно. А, ну заедание камеры, понятно, попадание ракеты, все прочее, да. Оу. Нас уничтожили? А интересно, через сколько это происходит? Стойте-ка, стойте-ка, стойте. Дайте посмотреть вот что. Как у него хил тратится. Ну, блин, это, наверное, скорее всего, через несколько дней все-таки будет определенно сколько-то дней для того, чтобы выжить на треножнике. Ну, дня 3, наверное, игровых, 4-5, скорее всего, 5, да. Ну, а в конце концов, бактерии все равно заберут ваш мозг, разум, вашу жизнь треножника. Блин. Это просто имба. Я не знаю, что тут еще сказать. Это, по-моему, те скриншоты, которые мы уже видели, да. Как же хочется, чтобы быстрее эта игра уже вышла. Я не знаю. Да, это закрытые скриншоты с прошлых тестов. Они решили их вставить в ролик. Дабы многие, наверное, не видели. Но я там делал пару роликов. Чтобы вы посмотрели. Блин, ну определенно... Система, механика, игры за треножника, графика, графически, визуально... Здесь ничего не надо добавлять, ребят.
оставьте так, как есть. Только я попросил одно, то что, чтобы добавили больше огня, пламени от разрушения, от лазеров, массовости NPC. Потому что, помните по фильму, весь город пришел в центр города. Какое количество просто столпотворения народу было, да, и, блин... Немножко показалась какая-то, наверное, пустота, что ли, так скажем. Ну и чуточку разрушений. Не надо прям, чтобы здания разлетались в щепки. Не надо. Хотя бы отчасти 20% этого хватит. Ну, давайте 10, ладно. Потому что выжившим тоже где-то надо будет прятаться. Ну, собственно, как по мне, это... Во, это просто топ. Короче, пиши комментарии, подписывайся на канал, жми лайк, следи за каналом. Ждем новых новостей от разработчиков. Ох, а я еще раз пересмотрю этот трейлер. Просто имба.